Ja stuudios on meie järjekordne külaline. Tere, Olesja. Tere. Enne kui me pikemalt juttu hakkame rääkima, lepime meie järgmistes reeglites kokku. Teeme nii, et mina esitan küsimusi eesti keeles, sest sa saad suurepäraselt eesti keelest aru. Ja sina vastad vene keeles, sest see on sinu emakeel. Ja küll me need ladina tähed sinna subtiitriteks alla leiame ja mina saan sinu vastustest ka suurepäraselt aru. Oled sa sellega nõus? Ja, hästi. Me rääkisime siin pisut enne siin taga ja tahtsin ka Kuno Kompuse käest rohkemat teada sinu päris keerulisest noorpõlvest. Ja ühteist sain teada ka, aga kõige parem oleks, kui sa ise asjaosalisena räägiksid meile, kuidas kõik see, mille pärast sa praegu siin istud, algas? Ну, я предполагаю, что все началось с того момента, как мне удалили зуб. Но это мои предположения, нигде это не подтверждено, никаким диагнозом мне не поставлено. И все симптомы и все боли начались именно с того момента, как мне удалили этот зуб. Я обращалась и к лору-врачу, все анализы показывали, что вроде бы все в порядке. И я вроде бы привыкла к этим болям, что меня сопровождали вот эти года. Но пока в 2013 году у меня не случилось, из-за чего я вот сижу здесь, скажем так. То есть это болело правое полушарие головы. Так сильно болело, что я отправилась в скорую помощь. И мне выписали там лечение. Я его приняла, и лицо было же изначально перекошено. Оно вроде бы приняло свое положение, и вроде бы я успокоилась, все хорошо. Но поскольку это все происходило за границей... Куста псималт? В Италии. И когда я приехала в Эстонию, я все-таки решила... поподробнее и узнать, почему и это у меня случилось. Я пошла в частную клинику, где мне провели ультразвук, и мне врач сказал, что у вас по духам вроде бы как предположение лимфоузла, но не советую туда хирургически вмешиваться. Ну и я вроде бы успокоилась, что это, главное, не рак. Selle ajal enam pea ei valutanud nii. Она не болела, но были какие-то симптомы. То у меня... то у меня в ухе болело, то у меня за ухом, то у меня затылочный нерв, то где-то вот в голове что-то такими частями. Также у меня... При жевании еды у меня как бы сводила челюсть. Я не понимала, что это такое. Может, это нерв у меня или что. И были такие симптомы непонятные. Но я вроде бы к ним привыкла как. И стала я все это, как сказать, расследование, ходить к одному доктору. Пошла и в приемный покой даже пошла, потому что уже пошло на уровне такого, что у меня в щеке червяк такой ползает по щеке. Вот такое ощущение. И в приемном покое я была, и у невролога у нашего была, и у семейного врача. Но меня как будто никто не слышит. И даже пошла к челюстно-лицевому хирургу. И все, я стучалась в эти двери. И прошло 3 года, когда мне все-таки поставили окончательный диагноз, что это злокачественная опухоль в слюной железе. И отправили меня к онкологу. И вот тогда уже была там операция. И поскольку это злокачественная опухоль, она... обвила весь мой лицевой нерв и удалили вместе с лицевым нервом. У меня правая часть лица, она не двигается, я не могу улыбаться.
Ometi oled sa teinud heategevust just nimelt MTÜ-s naerata ometi ja praegu nagu kiuste sina naeratada ei saa. К сожалению, да. Saimegi teada ühe lühikese ja kummalise haigusloo, mille oli esja meile ise enda najal praegu ettekandis. Moskasse peaks minema sellepärast, et lihtsalt Tallinnas seda laadi operatsioone ei tehtavat. Raha läks kõik kokku tarvis, nagu ma ennist ütlesin, 10 500 eurot. Sellest on enamus nüüd koos ja puudu on kõigest 1000 eurot. Kui kõik laabub, naeratab, oli see meile mõne aja pärast ometi. See oli tänane saade. Hästi, inimesed!